Тем временем в мексиканском штате Геррера не утихают акции протеста. Здесь группа манифестантов заблокировала международный аэропорт курорта Акапулько. Блокада началась после массового марша в районе одной из туристических зон. Не обошлось без столкновений с полицией, однако позже демонстрация продолжилась без инцидентов. Участники протестуют против похищения 43 студентов Игуалы. В конце прошлой недели прокуратура Мексики заявила, что пропавшие студенты стали жертвами криминальной группировки «Герреро Унидос». И трое задержанных членов банды сознались в причастности к убийству молодых людей. Однако родственники пропавших студентов требуют предоставить неопровержимые доказательства. По словам организаторов шествия, захват терминала несет мирный характер. Акция продлится 3 часа и никакого ущерба местному аэровокзалу не нанесет. Воздушная гавань работает в штатном режиме. А вот пассажирам некоторых рейсов приходится идти пешком до аэропорта из-за блокады дорог. Знаете, эта ситуация может коснуться каждого из нас. И я думаю, что это вполне нормальная реакция народа на происходящее. Если власти не хотят услышать людей, то они ищут новые методы привлечения их внимания.